Мы проезжаем подъемный мост в затоке. Сколько там отдыхающих, а там пробка в ту сторону. Мост обрушится. Стоят все. Снимем их всех. Видео поставим. Какая пробка в субботу, когда люди хотят на море. Они очень хотят все. Они все машины там снимают. В общем-то, по двое, по одному. Бесконечная. Хорошо, что мы не ехали в субботу. Как-то проскочили. А тут уже едут. А вот заглянулись. Здесь мы остановились у Днестровского лимана, напротив Белгород-Днестровский. Рядом с Одессой есть Сотниковское кладбище, самое большое из сохранившихся казацких кладбищ в Украине. Здесь похоронены казаки Нерубаи, Сотниковы и Сечи, те, кто отказался переселиться на Кубань по приказу императрицы Екатерины II и были вынуждены навсегда сложить оружие. Первые захоронения Сотниковского кладбища датируются 1791 годом. Только через 3 года Одесса получит свое нынешнее название и статус города, а поселение казаков появилось здесь около 1770 года. Согласно информации из метрических книг, которые велись в местной церкви, на Сотниковском кладбище похоронено около 1500 человек. Большинство из них украинцы, причем много фамилий являются казацкими. Однако до наших дней сохранилось только около 200 захоронений со старинными надгробиями. Обычно казацкие надгробия являются произведениями искусства. Их украшали орнаментами и древними символами. Сотниковское кладбище не исключение. Здесь можно увидеть кресты различной формы, в том числе и мальтийский крест. На некоторых надгробиях достаточно четко сохранились надписи. После кладбища мы поехали вдоль лиманов. Это куяльник с лечебной грязью. Напротив Телегульского лимана, за мостом, люди тоже собирают лечебную грязь.
А мы грязь не стали собирать и поехали на устричную ферму устрицы Скифии у Телегульского лимана. А по какой дороге лучше ехать? Куда он направляет на правую? На правую, да? Ё-моё, только не ввались. Да. Судя по тому, что они оттуда быстренько едут. Устрицы были не свежие. Они все думали. И по полю посмотри, какое поле. Поле у нас. А пиздец. Машины едут. Не останься на этом мостике. Подровнять надо, это неровное дело. Ты пижо подровняешь так. Не этот мостик. Что есть устричная ферма, но что такая колоритная дорога в эту устричную ферму ведет, я не знала. Да. Наконец-то доехали. Людей тут было много. Попробовала я первый раз в жизни устрицы, и что-то мне они не очень понравились. Мидии, по-моему, намного вкуснее. Рядом с устричной фермой в Телегульском лимане купалось много людей, но меня как-то насторожило количество медуз. Телегульский лиман соединяется с морем посредством канала. В лиман впадает река Телегул,
На восточном и западном берегах лимана расположены два одноименных региональных ландшафтных парка: Телегульский региональный ландшафтный парк Одесской области и Николаевской области. Телегульский лиман, как и многие черноморские лиманы, обладает большими запасами целебной сероводородной грязи. По некоторым оценкам, ее запасы здесь достигают 14 миллионов тонн. По оценкам некоторых экспертов, лиман является самым экологически чистым водоемом Украины, поскольку на его берегах отсутствует развитая инфраструктура. Практически нет сброса канализационных вод и промышленных стоков. Дальше мы едем в сторону Вознесенска.